Россия участвует в боевых действиях в Сирии силами авиации. Владимир Путин принял такое решение после своего визита в Соединенные Штаты. Что принципиально изменилось с этого момента в мировой политике? Добрый день, Михаил. Добрый день нашим радиослушателям. Вы совершенно справедливо отметили, что начало военной операции российских вооруженных сил в Сирии знаменует собой начало совершенно новой ситуации, которой у нас либо не было несколько десятилетий, либо не было никогда. Я отмечу лишь несколько позиций, на которые следует обращать внимание. Прежде всего, это первое участие регулярных вооруженных сил России с момента распада Советского Союза за пределами контура бывшего СССР. А во-вторых, это первое размещение регулярных войск России или бывшего Советского Союза на территории Ближнего Востока. Советники были, помощники были, размещение оружия было. Даже тогда, когда советники или так называемые добровольцы участвовали в боевых действиях и в Египте, и в Сирии во время арабо-израильских войн, это тщательно скрывалось. Сейчас впервые участие российских регулярных войск официально признается. Но миротворческие миссии-то были за эти годы. Я имею в виду регулярные силы, участие в боевых действиях, не в миротворческих силах. Это следующее. Далее, особенностью является то, что мы оказываемся участниками, важными участниками коалиции, шиитской коалиции, соответственно, сирийского правительства Асада, иранского правительства, шиитского правительства Багдада, Хизбаллы, по сути дела, хуситских группировок в Йемене и де-факто, чего мало кто ожидал, что противоречит, де-факто ИГИЛ. Хотя он не является шиитским, но по факту, поскольку одной и той же цели у шиитской коалиции у ИГИЛа сейчас является умеренная исламская оппозиция в Сирии, то де-факто мы оказываемся союзниками с ИГИЛом. Мы оказались в составе, прежде всего, шиитской коалиции, и этой коалиции, хотим мы этого или нет, противостоит суннитская коалиция, поддерживаемая многими крупными державами, включая Соединенные Штаты Америки. По утверждению президента Обамы, в этой коалиции 65 государств, в нашей коалиции 6, не только государств, но субъектов. И из этого вытекает следующая позиция. Мы по факту оказываемся вовлеченными в религиозную войну на Ближнем Востоке. Мы — это Россия, да. Которая несколько столетий, если не тысячелетия, если не последние 13 веков. А далее. В результате нашего участия произошло... Да, во-первых, само это участие произошло не только и не столько по решению российского генерального штаба, а в результате уговоров иранского генерального штаба, в соответствии с планом, разработанным генералом Касемом Сулеймани, руководителем подразделения Аль-Кудс, корпуса стражи исламской революции. Я, честно говоря, не припоминаю случаев, когда бы либо российские, либо советские вооруженные силы принимали бы участие в каких-либо зарубежных операциях по планам, которые разрабатывал, например, такой генеральный штаб, как генеральный штаб Ирана. А следующая особенность является то, что в результате этих операций не только наши войска, но и иранские войска, корпус стражи исламской революции, оказываются непосредственно на израильской границе. Поскольку Сирия граничит с Израилем, то, собственно, корпус стражи исламской революции оказывается на границе с Израилем. И это произошло именно тогда, когда по заявлениям Аятоллы Али Хаменеи, даже после того, как была заключена сделка между Обамой и Ираном, он заявил о том, что не отказался от своих целей об уничтожении Израиля. И о том, что Израиль, согласно его утверждению, через 25 лет перестанет существовать. Это совершенно новое явление. Никогда иранские войска не находились на границе Израиля. Наконец, еще одно положение. Российские регулярные войска оказались на театре военных действий одновременно с нахождением там американских регулярных войск. С Берлинского кризиса 1961 года и Карибского кризиса 1962 года никогда такого не было. Тогда и в Вашингтоне, и в Москве понимали и приняли к такому взаимному
значит, вот к выводу, что на одном и том же театре военных действий регулярные войска обеих супердержав не размещать. Когда США вели войну во Вьетнаме, с противоположной стороны были советские советники, но не было советских регулярных войск. Когда Советский Союз осуществил вторжение в Афганистан, там не было регулярных войск Соединенных Штатов Америки. Там были советники, но регулярных войск не было. Сейчас на одном и том же театре оказываются регулярные войска обеих держав, ядерных держав. И риск непреднамеренного, неспровоцированного конфликта между вооруженными силами обоих государств, которые начинаются не генералами и маршалами, а полковниками, капитанами, майорами, лейтенантами, вырастает невероятно. Вот это все вместе создает совершенно новую ситуацию. Новую ситуацию для нас, новую ситуацию для Ближнего Востока. И это создает, боюсь, что это только открывает вот дверь на лестницу, ведущую очень далеко вниз. Влезать в военные конфликты гораздо легче, чем вылезать из них. Ну вот по поводу ИГИЛ все-таки, является ли ИГИЛ союзником в каком-то смысле сирийского режима, или она является, так сказать, объектом ударов российских вооруженных сил, знаете, чего бы хотели Соединенные Штаты? Вы знаете, ну, судя по тому, что, вот по, например, недавнее заявление премьер-министра Давутоглу турецкого, согласно его подсчетам, из 57 ударов, которые были совершены российскими военно-воздушными силами по целям на территории Сирии, только два были направлены против ИГИЛ, а остальные против сирийской умеренной исламской оппозиции. А более того, в нескольких случаях, когда российские ВВС разбомбили склады с оружием сирийской оппозиции, именно на эти части началось наступление ИГИЛ, эти позиции были захвачены. Ну да, то эти, есть... собственно, оппозиционеры теперь требуют предоставить им не только противотанковые ракеты, но и стингеры для защиты. Да, ну в любом случае, это может быть официально не признается, но де-факто оказывается, что врагом и для российских ВВС и для ИГИЛ оказываются одни и те же оппозиционеры в Сирии. Поэтому я и говорю, что это не де юре, а де факто союзник России в войне в Сирии. Ну вот последние новости последней недели, это визит, собственно, президента Асада в Москву, переговоры с Владимиром Путиным, и затем после этого прошел разговор Сергея Лаврова, главы МИДа России, с госсекретарем США Джоном Керри, и есть договоренность проведения встречи 23 октября при участии Саудовской Аравии и Турции, если не ошибаюсь, в Вене. Значит, вот это вот все вместе, что значит? Это все-таки получается, что великие державы пробуют договориться о каком-то политическом решении? Возможно, есть какой-то план постепенного, так сказать, ухода Асада? Вот есть такие утечки через какие-то досрочные президентские выборы или что-то такое? Я бы не торопился сейчас делать такие выводы, потому что пока у нас нет такой информации, и потом, зная Владимира Путина, мы вряд ли сможем утверждать, что он готов вот так вот просто легко сдавать такого рода фигуры, тем более пока не видно, кто мог бы с точки зрения того же Путина его заменить эффективно на этой позиции. С другой стороны, мы видим, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют свою беспринципную позицию, вначале заявляя одно, и потом отказываясь от этого в течение буквально нескольких дней, даже не недели. Это я говорю о том, что вот только что нам долго рассказывали о том, что они не собираются встречаться с Россией, потому что Россия не преследует ИГИЛ, потому что Россия своя повестка дня в Сирии, потому что они не готовы и так далее. Вот этот демонстративный отказ от встречи с Медведевым, с посланцем и так далее, вот буквально через несколько дней уже готовы встречаться с российским министром иностранных дел, о которой вы только что сказали. Так что у нас есть, конечно, в мировой повестке дня или в мировых отношениях есть две проблемы. Одна проблема называется Владимир Путин, другая проблема называется Барак Обама.
То есть вы считаете политику США в отношении Сирии, да и вообще, России тоже, и Украины крайне непоследовательной? Я вижу по последним вашим выступлениям. К сожалению, нынешняя администрация Соединенных Штатов демонстрирует чудовищное отсутствие какой бы то ни было стратегии, внятной стратегии, регулярное изменение своей позиции на 180 градусов, сдача своих союзников, как это, например, произошло с сирийской оппозицией, которая воевала с тем же Асадом, и которая была отдана, по сути дела, под бомбы российских военно-воздушных сил. По сути дела, это ведет к тому, что вся система отношений, союзнических отношений, которая была выстроена предшествующими администрациями в течение десятилетий, по оценке Генри Киссинджера, как минимум с 1973 года, усилиями товарища Обамы была полностью разрушена. И сейчас разнообразные режимы на Ближнем Востоке, от израильского до саудовского и режимов Персидского залива, лихорадочно пытаются найти новый модус вивенди, то есть пытаются найти что-то, что могло бы в их системе взглядов, представлений и отношений в хоть какой-то степени заменить выпавшие Соединенные Штаты Америки, которые в данном случае действительно выпали. Проблема сегодняшнего мирового порядка заключается... Их две у нас проблемы. Одна проблема — Владимир Путин, а другая проблема — Барак Обама. Дело в том, что американская администрация, нынешняя американская администрация, полностью отказалась и отказывается от тех функций, от тех обязанностей, которые лежат на великой державе по поддержанию международного порядка, поддержанию безопасности и поддержанию тех отношений, которые существовали в мире. Вот смотрите, Путин просил встречи с Обамой. Значит, в течение нескольких недель очень как-то несерьезно, просто по-детсадовски Обама говорит, что он встречаться не будет, а потом взял и встретился. Ну, потому что Путин начал действия там, где никто не ожидал. Нет, а собственно говоря, нет. Никто ему не мешал не встречаться с Путиным. Путин бы тогда начал эти действия, но это были бы односторонние действия. А вы не считаете, что они односторонние? Нет, конечно, потому что во время встречи в Нью-Йорке Обама де-факто дал зеленый свет на российскую операцию в Сирии. Более того, в течение последующих недель и Обама сам, и Белый дом, и Керри говорили: все, да, мы ожидаем, что он будет действовать так, как мы хотим. Но то, что он действует не так, но мы все-таки надеемся, что он будет действовать. Иными словами, после того, как все американское общество было просто взорвано тем, что российские военно-воздушные силы бомбят союзников Соединенных Штатов Америки, тех, кого Соединенные Штаты поддерживали, тренировали, предоставляли оружие в течение многих лет в их борьбе против Асада, Обама сдал. Вопрос: вы предупредили их о том, что будут бомбежки? Ответ: нет. Вы требовали от Путина, чтобы он не бомбил наших людей? Нет. Вы вывели наших людей оттуда? Ответ: нет. Вы пытаетесь что-то сделать? Нет. Окончательный ответ: что вы делаете? Мы их бросили. Именно такая позиция сейчас американская администрация. Наконец, последнее решение недельной давности. Соединенные Штаты вывели свой авианосец Теодор Рузвельт из Персидского залива. Такого не было никогда с 11 сентября 2001 года. Всегда в Персидском заливе или в Аравийском море дежурил или один, или иногда даже два американских авианосца, являвшиеся как бы стержнем поддержки и для американских вооруженных сил, и для союзников Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Сейчас впервые за все эти 12, даже 14 лет Соединенные Штаты Америки вывели авианосец, там никого нету. То есть союзники Соединенных Штатов Америки находятся в состоянии паники.